Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам, почему нельзя дарить часы и как правильно их подарить, чтобы обойти плохие приметы и суеверия. Во многих культурах часы расцениваются как символ беды. В средние века люди и вовсе боялись держать дома часы, потому что верили, что в них заключена темная сила, которая способна разрушить любую идиллию. Остановившиеся часы, согласно распространенным суевериям, сулят только беды. Восточное суеверие. Впервые дарить часы запретили в Китае. Как известно, этот народ довольно суеверный, поэтому к предмету, который способен измерять то, что не способен уловить глаз человека, относились с осторожностью. Китайская примета приобрела не одно, а сразу несколько объяснений, почему нельзя дарить часы. Суеверные жители Китая уверены, что часы, которые один близкий человек дарит другому, отсчитывают не время. Они считают минуты до расставания этих людей друг с другом. И как только механизм остановится из-за севшей батарейки или по любой другой причине, разлука будет уже неизбежна. Еще одно суеверие гласит, что часы считают минуты до кончины адресата подарка. Получается, что если один восточный человек дарит часы другому, то он напоминает, что кончина не за горами. Славянские суеверия. Долгое время часы в славянской мифологии были символом житейского ненастья. Преподносить в дар этот предмет было нельзя, потому что люди верили, вместе с прибором, отсчитывающим время, вы дарите человеку беды. Согласно второй версии, часы – это предмет, олицетворяющий ваше личное время. Делясь этим предметом, вы якобы отдаете адресату собственные свободные минуты, которых и так вечно не хватает. Западные суеверия. По западным поверьям, стрелки часов приравниваются к острым предметам, которые находятся под строгим запретом в качестве дара другому человеку. Ведь считается, что такие подарки притягивают нечистую силу. А это приводит к ссорам, разрывам отношений, несчастьям. Не зря же говорят, что острыми предметами можно и дружбу разрезать, и счастье. Считается, что часы не дарят любимым людям, поскольку такой подарок обязательно приведет к размолвкам и разлуке. По одним приметам, влюбленной или супружеской паре сулит разлад после того, как стрелки подаренных часов остановятся. По другим поверьям, расставание неизбежно в любом случае, даже если механизм надежный и никогда не остановится. Если вы хотите подарить часы, заранее узнайте, что человек думает о приметах, связанных с этим аксессуаром. После этого уже делайте выводы, какая может быть реакция на ваш подарок. Если вы выбрали в подарок часы, можно обойти все плохие приметы с помощью других поверий. Чтобы ничто не помешало вашему счастью, когда дарят часы, нужно дать символическую плату. Несколько копеек превратят дарение в покупку, и шансы потерпеть неудачи сведутся к нулю. При этом говорят в народе, что откупаться от неприятностей нужно левой рукой, а вот брать монетку только правой. Еще один способ подарить часы и не расстаться. Купить футляр для часов, а в него положить деньги для приобретения аксессуара, а уже вместе с любимой или любимым отправиться в магазин и выбрать подходящую модель. Также вместо часов со стрелками можно подарить электронные часы. Такой ход разом решает все проблемы. Не стоит думать, что электронные часы не подходят для подарка. Выбор часов довольно трудный, ведь это не только аксессуар. Это украшение, которое должно быть человеку по душе. Чаще всего дарят круглые или овальные формы циферблат. Согласно приметам, такие часы помогут избежать жизненных неурядиц и трудностей, предотвращают ссоры и помогают найти компромиссы. Есть некоторые приметы касаемо материала, из которого часы изготовлены. Часы из меди помогают облегчить боль и страдания, быстро заживить раны. Ношение такого аксессуара на левой руке защитит от негативной энергии. Из латуни считается хорошим знаком, притягивающим богатство и благополучие. Из керамики настраивают на позитивный лад, помогают избавиться от депрессии и плохого настроения. Стальной корпус защитит от негативного влияния людей, будет служить своеобразным оберегом. Аксессуары из серебра будут омолаживать организм и защищать от злых языков. Золотые часы считаются царским подарком и причиной тому не только стоимость, но и энергетический потенциал, который они несут.